Здравствуйте, с вами Запетеленко. Сегодня мы будем вязать обычное полотно и добавлять к нему бусины. Сам процесс по своей сути очень несложный, а сложность здесь в двух моментах, я считаю. В том, как продевать вот эти вот бусинки, как одевать их на петлю. И вторая трудность – это момент прохождения каретки над бусиной. Давайте по порядочку. Сейчас я буду вязать это полотно дальше и в хаотичном порядке добавлять бусины к полотну. То есть здесь никакой закономерности, никакого рисунка нет, просто как захочется. Что мне для этого понадобится? Мне понадобится вот такая ниточка, обычная швейная. Ну, цвет здесь совершенно не важен. Это вспомогательная ниточка, она будет помогать нам одевать бусины на петли. Ну и, конечно, сами бусинки. Вот они такие небольшие в моем случае. Ну, не знаю, как ваша машина, как ваше желание и полотно, но я бы не рекомендовала вам брать в работу крупные бусины. Можно брать вот такие вот небольшие, маленькие, ну, может быть, еще бисер. Но бисер там маленькая дырочка, и, возможно, будут сложности именно в части, сможет ли бисеринка сесть вот на полотно, вернее, на нить, в двойную толщину нити. Но это уже вы попробуете сами. Ну, а я сейчас вот взяла ниточку обычную и, допустим, вот на эту петельку буду одевать бусину. Так. Просто накидываю ниточку на иглу, провязываю, снимаю здесь вот эту вот петельку, вот она. И сейчас будет самое сложное. В моем случае, вот сейчас конкретно, сложное в чем? Сложность в чем? В том, чтобы продеть бусинку на вот эту вот ниточку. Вот сейчас главное попасть всей вот этой вот толщиной. Не получается, да? Ну, как бы хорошо. Я немножко упрощу себе задачу. Надо брать острые ножнички. Не как у меня сейчас тупые. Опять же, рискую, что не получится. Вот. И продеваю. Вот. Видите, получилось как. Теперь продеваю бусину на саму основную нить, на петлю. Декером подцепляю петельку основного цвета. Вот эту вот уже нить можно убрать. Все, она мне теперь не пригодится. Вот. И теперь очень важно, чтобы каретка провязала вот эти все петельки. Вот в данном случае будет сложно пройти над бусиной, но попробуем. Чтобы легче каретка провязала, вот здесь я возьму вот вивинговую щеточку, опустила. О, получилось. Вот, видите, все, бусинка села на свое место. Давайте теперь вот здесь вот еще попробуем. Так, ну-ка. Теперь уже коротенькую светлую ниточку взяла. Вот. Ну-ка, иди сюда, петля. Как продевать бусинку на петлю? Здесь, конечно, может быть случаев, вернее, способов, много. Ну-ка, иди сюда, бусинка. Вот. Мы сейчас попробуем использовать еще один способ. Я не люблю один способ предлагать. Надо же еще что-то придумать. Вот. Ну-ка, заходи. Не хочет. Мы сейчас все равно победим. Ура! У меня получилось. 1,5 минуты страданий, 1,5 минуты стараний.
И у меня получилось. Все, эту я ниточку убрала. Вот. И теперь пробую снова провязать. Видите, не хочет быстро проходить каретка, маленькая трудность. И еще, смотрите, нужно обязательно проверить, провязалась ли вот эта петля или нет. Сразу скажу, когда я вот эти вот бусины провязывала, был риск спустить с иглы еще и соседние петельки. То есть за соседними петельками, вот за этими, тоже следим внимательно. И в случае чего быстренько их поднимаем, пока полотно не распустилось, пока петельный столбик не убежал вниз. Так, теперь давайте рассмотрим еще один способ продевания бусины на какую-нибудь петлю. Та же светлая ниточка, но уже на игле, на обычной швейной иголочке. Беру бусинку. Очень важно, чтобы иголочка сквозь бусинку проходила легко. Вот, прошла бусина. Выбираю петельку, допустим, вот сюда вот будем ее насаживать. На всякий случай я открою язычок. Вот она. Возвращаю петлю, вернее, иглу в бусинку. Вот. И теперь, вот смотрите, видите, как получается? И теперь вот так вот протягиваю бусину на основную нить. И декером возвращаю петлю на иглу. Все. Вот эту вот нить теперь вместе с иголочкой можно удалить. Убрать. Вот, убрала. Ну и все, теперь важно провязать. Главное, чтобы каретка прошла над бусиной. Все, получилось. Проверила, все хорошо. Возвращаю каретку. Ну, теперь давайте сюда вот посадим еще. Снова ниточка с иголкой. Продеваем бусину на иглу и следим, чтобы бусина с другого края не убежала. Фиксируем как-нибудь ее. Ну, допустим, вот на эту петельку мы ее посадим, эту бусину. Возвращаем иглу в бусинку. Берем декер. И возвращаем теперь саму петлю из основной нити на фантуру. Так, теперь убираем вот эту вот нить. Все. Ну и провязываем. Как видите, все очень просто, очень несложно. Самое сложное здесь, лишь бы продеть бусинку на саму иглу. Ну вот как у нас получается. Так, давайте еще раз с иголочкой. Лично мне с иголочкой понравилось гораздо больше, потому что скорость увеличивается и попадать в бусинку легче. Вот, попробуем еще раз сделать. Так, петельку снимаю, чтобы она потом нам не мешала. Дважды на игле не сидела. Так, вот, продеваю. Вот она, красавица. Петелька. Возвращаю ее на иглу. Ниточку убираю. Все. Быстро. Вот она. Все. Мне определенно нравится вот это все хозяйство. Имеет смысл рассмотреть какую-нибудь модель с бусинками, связать ближе к лету. Ну, естественно, модничать. Ну все, берите на вооружение, пусть вам это тоже понадобится. Как вы видите, все очень просто. Самое главное продеть бусину и провязать ряд, первый ряд над бусинкой.